Третий год подряд Подмосковье входит в десятку лучших по итогам реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя». В Люберецкой администрации провели расширенное заседание общественного совета, работающего в этом направлении. Мониторинг ситуации в сфере ЖКХ – одно из главных направлений работы партийного проекта. Только в 2019-м активисты «Школы грамотного потребителя» провели более 1000 рейдов во время мониторинга подготовки к отопительному сезону, качество ремонта подъездов, капитального ремонта многоэтажек и благоустройства дворовых территорий. Председателем мероприятия выступила секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова. За достаточно короткий срок проект набрал большие обороты. Хочу поблагодарить, Наталья Викторовна, вас и всех активистов нашего проекта за активную работу, за то, что на самом деле за такой небольшой срок он стал реальностью во всех муниципальных наших образованиях, во всех наших местных отделениях. И хочется пожелать, чтобы проект вовлекал в себя больше общественных организаций, молодежи, чтобы это было действительно частью жизни. Партпроект «Школа грамотного потребителя» реализуется в 40 муниципалитетах столичного региона. По оценкам общественного совета в Люберцах, разъяснительная работа с населением ведется особенно эффективно, благодаря активной поддержке проекта местной ассоциации МКД. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.